В музее имени Лобачевского прошла выставка «Дизайн проектов кафедры дизайна и национальных искусств». Подробности в сюжете. За 15 лет кафедра дизайна подготовила более 1000 специалистов. Юбилей решили отметить, вспомнив самые яркие работы студентов и выпускников. И хотя основным направлением является этнодизайн, на выставке будут представлены проекты самых разных областей современного искусства. Это проекты дизайна интерьеров, средовые проекты, затем проекты в области графического дизайна, фирменный стиль. Кафедра дизайна и национальных искусств долгое время сотрудничает с музеем. В дар была преподнесена сделанная студентами статуэтка Николая Лобачевского и другие работы. Музею были преподнесены еще и 3 акварели, на которых впервые были изображены такие значимые для университета залы. Это императорский зал, зал музея истории и кабинет Лобачевского. Причем в том самом виде, в котором он был только в течение 1 месяца, сразу после открытия. Студенты Института филологии и межкультурных коммуникаций не первый год работают и с татарским книжным издательством. Обложки с их дизайном можно встретить на полках магазинов. В данное время ведется разработка макета сайта Института филологии и межкультурных коммуникаций. Абитуриентам предлагается выбор актуальных направлений дизайна. И каждый студент может себе найти ту деятельность, которая интересна ему, которая привлекает его и в дальнейшем станет его профессией. В этом году наша кафедра уже объявила набор на такие направления, как motion дизайн, средовой дизайн, коммуникативный дизайн, дизайн интерьера. То есть то, что сегодня модно, то, что сегодня востребовано и пользуется спросом, самое главное, у работодателей. Посетителям были предложены различные мастер-классы, открытые лекции, арт-баттлы и дискуссии, подготовленные преподавательными кафедрами. Посетить выставку можно до 12 мая. Алена Лонкина, Ариадна Кугушева, Булат Садыков, Универньюз.